Сегодня на Красноярском водохранилище прошел открытый чемпионат города Красноярска по сноукайтингу. Это достаточно новый экстремальный вид спорта, который представляет из себя катание на горных лыжах или сноуборде на льду с помощью кайта, или как его еще называют, воздушного змея. Всем участникам необходимо пройти заданную дистанцию. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов со всего края. Заезды проходили как среди мужчин, так и среди женщин. Уровень подготовки разный. На дистанцию вышли как новички, так и профессионалы. Самые сильные представят наш регион на чемпионате края. Проходить соревнования будут еще и завтра. Как говорят спортсмены, в этом году повезло с погодой. В качестве подготовки предстоящего чемпионата края, который будет состояться здесь через месяц по сноукайтингу, здесь приедет народ из Новосибирска, из Бердска, из Красноярска, может быть, из Томска. Все хорошо, солнце светит, у всех позитивное настроение. Проходит открытый чемпионат города Красноярска по сноукайтингу. Проходит впервые. Вот, обращаю ваше внимание. Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие.